Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это обзор и краткий разбор нового геймплейного ролика от разработчиков игры War of the Worlds — Война миров. Блин. Грёбаные, 3 месяца мы ждали хоть что-то новое. Короче говоря, вчера состоялась премьера у разработчиков на их канале. Собственно, я отчасти зашел, только маленький краткий кусочек посмотрел. Сегодня давайте посмотрим, что же изменилось. И, в общем, разберем. Погнали. Приятного просмотра тем, кто не смотрел, тем, кто смотрел. Еще раз приятного просмотра. Погнали. Я думаю, это будет что-то прямо восхитительное. Что-то нас ждет. Прям вот я чувствую, что в этом ролике что-то есть. Прям какая-то прям изюминка. Погнали. Я вижу, как сочно изменилась графика. Изменения. Новые графические шейдеры. Посмотрите, это просто великолепно сделано. Дайте мне насладиться этим звуком. Я просто сейчас охренел маленько. Я просто охренел. Вы видели? Вы видели? Подождите, стойте. Давайте где-то... Там муха пролетела. Там пролетела муха. Подождите, стойте. Где-то, по-моему, чуть-чуть подальше. Стойте. Еще. Смотрите. Какой-то то ли листик, то ли что. Пылинка. Вот она. Блин, это просто бомба. Это новый движок, походу. Оу. Контрастность что-то мне не особо уже заходит. Контрастность света. Опять же, все, что мы видим, это тесты. Нужно просто побывать внутри, чтобы увидеть все, как на самом деле происходит. Оу. Это тест разрушений. Ну, отчасти как карточные домики разлетаются всем какими-то большими кусочками, но это уже охрененная физика. По крайней мере, вот, ну, хотя бы на этом мне нравится. Ладно, пускай пока будет так, окей. Детали в воздухе. Я надеюсь, они этот баг уберут. Не, ну треножник. Модель треножника совершенно новая. Она выглядит просто охрененно. Обращу внимание, прежде чем мы продолжим. Обращу внимание. По-моему, я не помню, был ли вот этот значок... слева внизу. Это то есть нас, насколько может нас заметить треножник, скрытность человека. Не помню, пишите в комментариях, короче. Но мне кажется, его не было. Модель, конечно, разрушений требует доработки, но мне уже нравится, что, как они обещали с самого начала, что все здания будут здесь к чертям разлетаться нахрен. Вау. Блин, посмотрите, прикольно, да? Вы видите, камера трясется, человек шевелится. Эффект трясучки, да? То есть, блин, это определенно это...
Оу, это что было? Звуки переработаны. Новые звуки. Да. Эффекты все новые наложены, это 100%. Ночь выглядит, конечно, да, великолепно, мне нравится. Новые затемнения, новые тени, все переработано. Зима! Вау! Это же сколько надо прожить. Блин, ну определенно это круто. Может быть... Сука, обожаю эти звуки. Обожаю, готов их слушать вечно. Может быть, это разные районы мира, где мы можем выживать, тут же север какой-нибудь, либо юг. Эффект тряски хороший, мне нравится. Новый свет хорошо сделан. Но когда день или яркие очень вспышки, контраст слишком перенасыщен. Мне кажется, это немножко надо убавить. Я вижу эффекты огня, но я не вижу, чтобы что-то рядом находящееся загоралось. О, приближение. Нифига себе. Нет, оно было. Смотрите, как на камеру падает снег, да? ППС хороший, кстати, у разработчика. Это нам о чем-то будет говорить уже в будущем. Не оригинальный ли крик «Треножник»? Новые эффекты ночного свечения в небе, смотрите. Вау, вау. Ох, блин, как потряс... Это просто не... Это невероятно. Разнообразие красок, посмотрите. Но насыщенность есть. Чуточка насыщенности. Блин, мне не нравится. Офигенно. Куча новых звуков просто. О, вот это потрясающе. Это то, что я говорил, должно быть в этой игре. По-любому. Даже если это будет мультиплеер. Чтобы вот такие вот редкие моменты, типа катсцена, но это не совсем катсцена, но... Чтобы вот такая вот фигня начинала твориться. Ты бежишь, просто где-нибудь с неба тебе на голову падает самолет. Ну, чувак, извини. Повезло, нет. Либо, как в фильме, да, едет какой-нибудь огненный поезд, поезд, охваченный огнем. Ну вот сейчас я смотрю на крушение самолета. Здесь достаточно... Воу-воу-воу-воу, здесь детализировано это все сделано. Вы видели, да, разорванные тела пассажиров? Стой, 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 стой. Это новые анимации, и они охрененно сделаны. Это придает, знаете, хоррора, блин. Хоррора в эту игру, отвечаю. Давайте я сейчас остановлю момент. Сейчас увидим. Я помню, они показывали это. Вот они. Вот-вот-вот-вот, сейчас. О. Детальная даже проработка, посмотрите. Детальная проработка. Оторванные конечности и все прочее. Блин, это крипово. Это прямо... У меня аж мурашки пошли.
machine's echoes in my nightmares. I hope you know where you're going. Так, по-моему, NPC проработали новые диалоги. Оно выглядит туповато. Мы ворвались в чужой дом, а она начала рассказывать, типа, эти машины мне снились во сне. Да. Я бы на месте этой женщины достал бы свой дробовик и выстрелил бы этому чуваку в голову. Сирены в городе. Круто. Предупреждение, да? Как же я ее жду? Она говорит, я на выход, если хочешь, иди за мной. Интересно, NPC остался стоять или она все-таки убежала? У нее как-то прошит этот искусственный интеллект, что она будет прятаться. Непонятно, блин. О, вот это классно сделано. Она умерла? Что с ней случилось? Вы видели, когда треножники приближались в этот район, к этому дому? С полок валились какие-то банки, кружки, не знаю, какая-то утварь, посуда и все прочее. Разбивалось стекло, и пыль слетала, блин, со стен, с потолка, как будто сыпалась побелка. Это здорово сделано, но непонятно, почему NPC просто вот так вот она легла. Я не понял. Ну ладно. Здорово сделан вот свет фонаря, как будто сквозь туман светит. Вау. Выжившие? То есть они могут прибиваться? Они могут следовать за нами? Мы можем с ними контактировать? Можем управлять через диалоги? Это круто. Карта намного больше стала, очень намного больше, да, видно. Воу. Военные. Это новые модели совершенно. Апачи, я так понимаю, да? Американские апачи. Было бы классно, если бы сейчас показали бы, как треножники... Ой, ё-моё, что такое? Как треножники, знаете, лазером сшибают. И апачи, что? Это что такое? Твою мать, что так ярко?
Чего? Охренеть. Это ядерный взрыв. Серьезно? Я хочу досмотреть это до конца. Это использование атомной бомбы. Опенгеймер. На минималках. Ну, хотя при ядерном взрыве, мне кажется, достаточно должно быть яркое выделение света. Звуковая ударная волна. Вот здесь громкости бы наоборот ей прибавить. А яркость чуть пониже. Это фантастика. Это охрененная тема, короче, которую замутил Раф. Если они сделают еще заражение радиации, это будет имбово. Это просто выживание будет на, я не знаю как. Да. Невероятно здорово. Не слышу звуки, отдаленные эхо от взрывов. Но, может быть, это до этого было. До того, как мы видели в самом начале, да, видео. Все-таки тесты. Что происходит? Что мы будем делать? Так, надо будет посмотреть, чья крафт изменился или нет. Если что, я буду следовать за тобой. Я не знаю, эти пришельцы не хотят шутить. И не шутят совсем. Так, бэкпэк. 25 килограмм. Крафт. Storage crate. Характер, холстер, ну, в принципе, ничего не изменилось, по-моему. Блин, мне нравится то, что они взяли вот эту вот тему, короче, блин, с Long Dark, отвечаю, прям. Блин. Так, верхняя одежда, нижняя одежда, шапка и ботинки, да, то есть... Четыре формы одежды можем носить, менять. Хорошо. А интересно, одежда будет рваться, как в том же Лондарке, блин? Эти машины услышат все, что ты только не сделаешь. Дождь. Эффекты дождя. Я хочу посмотреть. Мы, по-моему, их видели уже, да? Но эффекты дождя мне нравятся. Вы видели, да? Вы видите, как отражается вода на земле? Я бы не сказал, что это прям совсем какие-то прям лужи, но земля становится сырой, и мне это отчасти нравится. Мы можем видеть хоть какой-то знакомый отблеск. Они просто так, знаете, капли дождя просто сами по себе падают, ничего не происходит.
Оу, великолепные звуки. Черт возьми. Камера на приближение дает нам размытие. То есть мы концентрируем внимание на одном объекте, со всех сторон происходит размытие. Ну, не совсем прям эффект такой хороший дает. Но это классно сделано. Я бы еще бы убрал вот эту точечку. Это не нужно. Если пользоваться оружием, она нужна. Хотя бы я бы ее тоже бы убрал, знаете, чтобы прямо, прямо натурально смотрелось. Модели треножников все новые. Оу. Смотрите, вон там стая птиц, короче, летает над треножником. Если сейчас будет опять какой-нибудь Б-52, который скинет ядерную бомбу. Конечно, кто-то скажет, это не реализм. Но если смотреть от начала пути разработки игры... Вау! Вот это классно, то, что появляется на фоне музыкальная какая-то тема тревожная, блин, не знаю, на фоне музыка тревожная, опять хоррора придает. Оу, вау. Ага. А вот теперь я вижу, дождь даже еще более лучше сделан. Смотрите, сырая трава. Наложения нету на экран. Вот если бы капли стекали бы. Я многого хочу, да, я согласен. Маленькие, ну маленькие там какие-то капельки. Это не лужа пока что. Но эффект есть. Погода динамичная, они говорили, да, будет. Я надеюсь, что это будет ураган. Раскачивание деревьев. Посмотрите. Эффекты ветра. Смотрите, как сгинает траву. Блин. А сухая трава рядом стоит. Непонятно. Отчасти. Оу-оу-оу-оу-оу! Детализация стала выше процентов на 30, я думаю. Процентов на 30. В принципе... Давайте дальше посмотрим, что изменилось. Смотрите, они сделали, блин, ну, конечно, я говорил, что не хватало. Не хватает здесь взрывов машин, не просто отлетающих, а зажигающихся, загорающихся. А видели, как люди испаряются? Здорово.
А вот отсюда даже эффекты огня, наложения очень хорошо смотрятся, не знаю. И зажигаются, по-моему, соседние деревья. Нет. Блин. Вот это охрененно. Если играть за треножника, то разрушение выглядит классно. Черт, Раф, дай нам уже это попробовать. Это прям, конечно, не динамичная, прям супер-пупер какая-то игра, но для игры такого характера это нормально. Да еще она будет только усовершенствоваться, она выйдет альфа-версией, и мы будем видеть обновления. То мне нравится это. Стоп, 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 это что было? Стой, стой, стой. Это я пропустил, ну-ка. Апгрейды. Да ладно, смотрите, короче, мы получаем определенные поинты справа, справа. За убийство людей мы получаем поинты. Мы, у нас есть прокачка, у нас будет прокачка, да ну нафиг. Смотрите, апгрейды, Snake Mode, Sprint, Hit Race, Tentacles Cage, Night Vision, пробники. И апгрейд до Аберпода. То есть мы начинаем с какой-то маленькой машины, да? И в конечном счете, чем больше мы будем получать очков, насколько лучше мы будем захватывать мир, мать его, мы будем прокачивать своего треножника. Блин, ну это прикольно, это круто. Это круто. То есть не выходить постоянно в главное меню, там, не знаю, выбирать треножника, менять модель, а ты можешь даже просто ходить часами играть и прокачивать модель. Ну, если это по логике вещей так. Я так понимаю, это захват цели. Да. Мы можем сразу помечать нескольких людей, и щупальца автоматически начнут их захватывать. Класс. 9 щупалец. И все одновременно можно задействовать. Блин, кайф. Смотрите, модельки людей. Блин, охрененно сделано. Смотрите, мы можем видеть, как щупальца, внутренняя щупальца захватывает из кокона людей, забирает из них кровь, и мы ходим и распыляем. А поинта за это мы... Я не посмотрел, поинта за это, по-моему, не получаем, да нет. Ну, это, по-моему, сейчас будет скан, да? Это будет сканирование, ну-ка. Да, это будет сканирование, наверное. Они обязаны это, блин, показать еще раз. Ладно. За то, что я ждал так долго 3 месяца, я им ставлю хороший зачет, обещаю. Но мне не нравится свет, мне не нравится свет.
Помните, нам тогда показали NPC? Там он просто стоял, щупальца прошла мимо, ничего не сделали. NPC тоже просто стоял. Блин, вот. Фон, прислушайтесь. Музыка. Кайф. Это просто жесть, это кайф. Прямо придает, прям, блин, хоррора. Это и должен быть хоррор. Не просто фантастика, а хоррор. Короче, если я где-то что-то пропустил, пишите в комментариях обязательно. Сканирование завершено. На этот раз человечеству повезло. Повезло. Конечно, прямо детальных каких-то разрушений я не заметил, но... Кроме того, когда рассыпался самолет. В небе, когда он упал, да. Оу. Уничтожение треножника, видели, да? Гибель. Спустя 5 дней, но будут прибывать новые и новые партии. Будут прибывать новые и новые партии. Мне бы еще, знаете, что хотелось? Чтобы, если будет прокачка треножников, триподов, я хочу, чтобы Раф обязательно сделал. Сделал прокачку также, чтобы были определенные поинты для человека. 76-86 FPS. 80 FPS. Это, опять же, у него на тестах, на закрытом бета-тесте, да. Я думаю, что в игре, в принципе, не должно так сильно лагать. Особенно если игра выйдет на Unreal Engine 4. А на Unreal Engine 5 пока не надо переходить. Хватит, не надо. А то мы вообще не дождемся ее никогда. А вот. Это нормально. Это нормально для такой игры, мое мнение. Ну, в принципе, кучу всего многого увидели, и мне это очень понравилось. Вот этот ядерный его гребаный взрыв, это вообще божественно. Если Раф добавит еще... Я не заметил у звука ударной волны, по-моему. Нет, я заметил, я слышал, но ее надо сделать чуть сильнее. И дуновение ветра, чтобы эти части всякие там сломанных домов, пыли просто, блин, полетели тебе в лицо и снесли тебя... Собака с места, чтобы ты упал. Короче, блин, это классно. Я надеюсь, что они переработают, переиграют немножко свет. Кое-где надо, конечно, подбавить детализации, но разрушения уже хоть какие-то мы видим. До этого их абсолютно-то и не было. Новые фишки треножника, это тоже мне отчасти очень понравилось. NPC, ну, я думаю, что если они даже выйдут в таком состоянии, ладно, окей, их будут править, мы будем получать какие-то обновления. Новые диалоги, NPC можно управлять, не просто, знаете, как в Long Dark, ты пришел там, что-то спросил, чем ты ему помог, ты ему пошел, нашел, принес, все, он тебе сказал, где какой-то есть тайник, а тут можно даже и по... Я так понимаю, можно управлять этими NPC, следовать либо за ними, либо они будут следовать за тобой, помогать тебе. Это клево. Клево, да. Короче, пишите в комментариях, что думаете вообще об этом.
Я очень благодарен разработчикам, потому что наконец-то, спустя 3 месяца, да, мы с июля месяца, июль, август, сентябрь, октябрь, 4 месяца мы ждали, 4 месяца мы ждали, и я вижу, работы сделано достаточно очень много. И очень надеюсь, что к Новому году мы увидим ее в Стиме. Мы увидим ее в Стиме. Даже давайте, ладно, я готов ждать на январские праздники. Короче, палец вверх, подписка на канал. До новых встреч, следите за каналом.